очень крутая вещь, квадрат денежного потока. Ни одному, наверное, миллиону, я бы сказал, может, даже миллиарду людей поставила на место мозги. Да, вот. Но почему-то очень большое количество людей, они сразу смотрят на квадрат дальше туда. Но мы же лучшие, да? Поднимите руки, кто лучший. Мы же смотрим дальше, а там какой следующий квадрат? Кто помнит после бизнеса? Инвестиции, инвестирование. И почему-то все идут туда вот сразу, в инвестирование. Да, ну почему? Ну бизнес, слушай, бизнесом ну, на втором месте заниматься. Лучше инвестициями заниматься. Вы знаете, я тоже был в этом квадрате, и до сих пор ко мне приходит громадное количество ребят. Ну, сейчас все меньше и меньше, как-то иссяк поток в последнее время. То приходят, говорят, вот Александр, у вас такой бизнес, все, нам нужно с вами встретиться. Я говорю, давайте встречаться. Встречаемся, спрашиваю, чем занимаетесь? Инвестициями. Я говорю, очень круто, мне всегда инвесторы, я вот в квадрат инвесторов, ну, еще так слабо вошел, да, но мне всегда очень интересно, вот, чем люди занимаются, особенно инвестициями. И они так смотрят, говорят, ну, инвестициями. Я говорю, а в чем цель вот нашей встречи? Ну как, ну мы хотим, чтобы вы в нас проинвестировали деньги. Я говорю, подождите, я что-то не понял, а кто из нас инвестициями занимается? Вот это очень мощный момент. Для того, чтобы заниматься инвестициями, нужен капитал. Причем капитал, который вы не боитесь потерять. Вот это очень важно. Роберт Киосаки, автор книги «Квадрат денежного потока», кто не читал, восполните этот пробел всеми силами и быстро. Да, ему задали когда-то вопрос, его спросили, а что делать, если нет денег для инвестиций? Он ответил очень просто, найдите для себя компанию сетевого маркетинга, потому что это самый простой и самый быстрый способ заработать капитал для инвестиций и научиться менеджменту, маркетингу и управлению людьми. Вот это очень серьезно. Поэтому если кто-то думает, что он прямо завтра на последние собранные, занятые деньги купит две акции одной из самых быстро развивающих компаний в мире Tesla и станет богат, на самом деле он станет беднее ровно на две акции. И я рад, что вы находитесь вот в том самом месте. А еще у нас сегодня будет конкурс. Конкурс хэштегов. Модная тема. У нас есть хэштег? Мы можем его? Нет, да? Есть. Нет. Будет. Вот какой хэштег? Наш традиционный. Кто помнит, какой у Next поколения традиционный общий хэштег? Next Wall, да. Вот по этому хэштегу выставляйте свои фотографии, приветствуется креативность, безбашенность, сексуальность. Вот тут вы оживились сразу, да? Вот. И три человека, которые, по мнению жюри, у нас будет жюри, мы возьмем наших корифеев, возьмем тех, которые веселые, богатые, сексуальные, классные, вот они будут оценивать фотографии, потому что они могут это. И три первых места получат призы. Призы от поколения Next. А сейчас я хочу пригласить на эту сцену человека. Вы знаете, когда-то я попал в сетевой маркетинг, и мне друзья сказали, не во мно, так в сетевой маркетинг. Да, вступил. Да, кому такое примерно говорили? Да, вот, да, за руки взялись, мы не секта. Вот. И я начал разбираться, и так вдруг произошло, что у меня с первой компанией не сложились отношения. То есть я не увидел там возможности действительно состояться. Причем после того, как я разобрался. У кого-то было такое? Кто был до этого в разных компаниях? Хотя бы в одной компании, в двух? Да. И что после этого обычно происходит? Ты говоришь, так не буду я больше этим заниматься, не сработает. Но однажды мне мой наставник, когда мы уже уходили из компании, и я так принял решение, что никогда больше этой штукой я заниматься не буду, он мне сказал, Саш, скажи мне, а если ты вдруг зайдешь в ресторан, и тебя там плохо накормят? Вот тебе там не понравится еда, тебя плохо обслужат. Ты перестанешь ходить по ресторану? Я говорю, нет. Я найду для себя тот ресторан, который меня устраивает, который мне нравится, в котором классно кормят и классный сервис. Он говорит, вот смотри, вот то же самое и с сетевым маркетингом. То же самое с сетевым маркетингом.
Компаний громадное количество на рынке. Это тренд. Сетевой маркетинг – одна из самых быстро развивающихся индустрий. Компании растут, как грибы. Найди себе ту компанию, которая приведет тебя к реализации, к достижению твоих целей. Я 3 года искал. Почему? А вот не было такого выступления, которое будет следующим вот сейчас. Что такое Coral Club? Какое место он занимает в индустрии? И почему на сегодняшний день это тренд? Встречайте! Для меня очень значимая такая встреча. Девушка. Молодая, амбициозная, серьезная. В прошлом журналистка. Я к журналисткам так вот... Ну, журналистов прошлых не бывает, это судя по общению с ней, на самом деле. Я когда-то корреспондентом был, как хотел быть, я об этом как-нибудь расскажу. Вот у нее во многих моментах настолько правильно. И если такие люди выбирают индустрию, а в индустрии выбирают коралловый клуб как тренд, то здесь 100% есть что услышать, что записать, самое главное. Встречайте! Валентина Швец! Итак, сейчас я очень постараюсь вас влюбить в тот инструмент, о котором сейчас пойдет речь. Потому что действительно сетевых компаний много, и Саша сказал, что очень важно правильно выбрать инструмент, который вас приведет с желаемым целям. И я действительно для себя, мне повезло, очень крупно повезло, потому что это моя первая сетевая компания. Мне повезло, что именно этот инструмент ко мне пришел. Если разобраться действительно более серьезно, то надо понять, вот, с какой темой пришла компания на рынок. Насколько эта тема будет на года, насколько она будет стабильно и мощно развиваться. И действительно, сейчас насколько мощно развивается тренд здорового образа жизни. Вы обратили внимание? Если еще 20 лет назад, а компания вышла с этой темой 20 лет назад уже на рынок. 20 лет назад, вспомните, какие у нас были там фитнес-центры, были вот такого уровня, как сейчас. И в таком количестве. Сейчас практически как грибы после дождя, не знаю. В каждом, я живу в небольшом городке Украины. Так у нас в каждом уже микрорайоне уже несколько фитнес-центров. Эко-лавки, да? Товары для здорового питания. Даже в больших, огромных супермаркетах сейчас есть какие-то специальные отделы, вот, где уже продается продукция более экологически чистая, да? Продукты здорового питания. Действительно, насколько этот тренд развивается сейчас по всему миру. А компания это увидела уже 20 лет назад. Потому что компания, она насколько стратегически правильно выстроила вот свою политику, она увидела, что эта тема будущего, это тема настоящего, но главное, это тема будущего. И в принципе, услышьте, вот самое главное, то, что я для себя сегодня понимаю, что все, кто придет в эту тему в ближайшие 3, 5, 10 лет, это будут очень успешные люди. Согласны со мной? Да. Дальше, следующий слайд, пожалуйста. Если взять по мировой статистике, потому что мы работаем в индустрии wellness, индустрия здоровой жизни. В мировой статистике видите, что насколько эта индустрия, это только 2 года, да, и данные это до 2015 года, то суммарный прирост оборота 360 миллиардов, это всего за 2 года. Дальше следующий слайд. И наша компания на рынке, я же сказала, 20 лет в этой индустрии уже мощно развивается. И она является на сегодняшний день одним из лидеров на мировом рынке по производству и продвижению товаров для здорового образа жизни. На сегодняшний момент открыто 350 магазинов в 38 странах мира. И 189 стран, где работает интернет-магазин, на 189 стран. То есть доставка возможна практически в любую точку мира. Производство в 9 странах мира. Кто знает, в каких странах мира у нас производство? Говори. США, Канада. США, Канада. Япония. Япония, Норвегия, Тайвань. Германия. Что еще? Тайвань. Тайвань. Смотрите, Корея. Это самые передовые страны мира. Самые высокоразвитые страны мира. И действительно, самые мировые стандарты качества продукции. И что для нас сегодня, вот это лично для меня, вот то, что есть магазины, то, что есть доставка. На сегодняшний момент у меня есть потребители и партнеры в Америке, в Европе, в Азии. И кроме того, что там открыты магазины,
Там открыты офисы, 350 офисов работает. Я еду в Прагу, я могу спокойно поработать в офисе, потому что я знаю, что у меня на данный момент, если взять вообще весь мир, всю географию, 350 офисов лично у меня, где я могу работать, я могу встречаться с людьми, могу проводить презентации, открытые встречи. Все это создано компанией. И поэтому для меня на сегодняшний момент это самое главное, что это очень надежный партнер, очень мощный партнер, который абсолютно все подготовил для того, чтобы мы с вами развивались в этом направлении. Есть абсолютно все. Магазины, доставка, логистика. Работают магазины, работают продавцы в этих магазинах. Мы над этим не заморачиваемся, да? Потому что вот в традиционном бизнесе нужно к этому всему прикладывать условия, а вывести бизнес из одной страны в другую. Насколько это легко? Открыть какие-то филиалы своих фирм, да? А здесь это абсолютно все компания для нас создала. Наше дело только, да? Открывать рот, поднимать попу и просто говорить о том, что мы несем в мир. Индустрию здоровья и красоты. Самая главная ценность в жизни человека, по сути. По сути, здоровье – самая главная ценность, да? И уровень жизни. Повышать качество своей жизни. Дальше, следующий слайд. Если взять по мировой статистике, смотрите, говорили сегодня об индустрии MLM вообще, да, и спектр предлагаемой компании CrowdLab продукции относительно всего рынка это более 80%. Следующий слайд. То есть практически мы покрываем все, что только продается в индустрии MLM. Это и косметика, профессиональный уход, и продукты здорового питания, здоровой жизни, уход за домом, и даже одежда, аксессуары, и различные прочие товары. По сути, для меня что такое, вот для тех потребителей, которых я могу смело приглашать в эту тему, заниматься своим здоровьем, да, повышать свое качество здоровья. И лично для меня это огромные супермаркеты здоровья. Это, по сути, как здоровье под ключ. Согласны со мной? Есть все. Мы заходим в этот магазин, мы получаем абсолютно все для здоровой, красивой, активной жизни. Осталось только еще там гантельки где-то пойти купить, да, там или спортзал сходить. Вот. А все остальное у нас есть. Здоровье под ключ. Следующий слайд. Самые высокие требования к продукции – это лучшие специалисты и технологии, самые высочайшие, инновационные, максимальная безопасность – безупречное качество, конечно же. Следующий слайд. И что касается качества, в этой теме можно более подробно разобраться. Все, некоторые приходят, действительно, они по молекулам хотят разобрать. Спрашивают, что на баночках написано, что на этикетках, на упаковках. Соответствует ли это требованиям? Наша продукция проходит насколько серьезный контроль качества, что вот подкопаться никому не возможно. Кто не пробовал, сдавали в лаборатории, проверяли, очень много этого было. Пожалуйста, то, что написано на баночках, оно соответствует. И такие стандарты качества, как GMP, это означает, что еще сырье само проходит очень серьезные тесты, очень серьезный контроль. От сырья до конечного продукта. Это очень серьезные контроли качества. То же самое, вот, например, Ecolabel, да? Такой стандарт качества у нас, допустим, имеет наша линейка Alive, да, моющих средств. А на самом деле, это вообще стандарт качества для косметики. То есть представляете, насколько серьезные стандарты. И очень много, если заметите вообще на этикетках, на упаковках, что очень много добровольной сертификации. Даже если это, в принципе, нет таких требований, компания идет на то, чтобы еще добровольно сертифицировать продукты. Следующий. А вот это вот то, что, в принципе, если взять компании, да, действительно, в индустрии wellness, в индустрии красивой здоровой жизни работает очень много компаний. Но вот эта вот формула, которая позволяет действительно каждому человеку не просто пользоваться продуктом, а получать 100% результат. То есть удовлетворять вот те цели, ради которых люди пользуются этим продуктом. Они всегда пользуются ради каких-то целей, правда? Кто-то ставит там цель родить здорового ребенка, да? Кто-то ставит цель там продлить активность своим родителям, самим быть всегда в форме, в тонусе, избавиться от каких-то вопросов по здоровью, которые мучили много лет, не находили ответ. И вот эта вещь, вот эта формула, она позволяет действительно пользоваться этим грамотно, правильно, концептуально. В каждом деле важна система, согласны со мной?
Без системы невозможно ничего в жизни сделать. Бессистемность — это хаос. И вот это вот, если смотрите, если вот разговариваешь с людьми, и если просто говоришь о каких-то продуктах, да, ну, как говорится, у нас заходит, не заходит, люди принимают решения, не принимают. Но если говоришь с людьми о концепции здоровья, вот о тех простых базовых вещах, я думаю, об этом сегодня еще будет идти речь, то не от равнодушных, которым бы вообще, ну, как бы, никак это вообще не повлияло на них, вообще не остается равнодушным. И благодаря вот этой вот концепции к нам приходит коралловый клуб люди, которые очень популярные, известные. Я думаю, вот кто еще не обращал внимания, обратите, сейчас очень много этой информации в соцсетях есть. Какие люди сегодня пользуются нашей концепцией здоровья и продуктами, которые качественно наполняют эту концепцию здоровья. Вчера у меня была очень серьезная встреча. Я раньше занималась, вот говорили, что я занималась в журналистике 15 лет, еще создавала с помощью той же журналистики, создавала бренды, в том числе очень серьезные политические бренды. И вчера членом Кораллового клуба стал человек, которого мы, по сути, создали с нуля. Это серьезный бренд, который ушел с политики, с инсультом, очень серьезным, по сути, разрушенным организмом. И он искал эту информацию. Это человек тот, который, ну, в принципе, может позволить себе заказать любого профессора, любого специалиста по здоровью с любой страны, потому что ему позволяют на это финансы и возможности. Но он просто с открытым ртом вчера слушал концепцию здоровья и записывал каждое слово. Это те ценные знания, которые, ну, в принципе, к сожалению, не дают в школах, в институтах, но это есть здесь. И мы этим делимся. Это серьезная ценность. Наверное, для меня лично вот это самое главное, что я вообще вот вначале получила в Коралловом клубе. Это ценность, возможность быть здоровым, независимо от возраста, потому что это с утробы мамы и до глубокой старости можно себя чувствовать всегда хорошо. Следующий слайд. В том числе, вторая возможность, которая нам дает повышать свой уровень качества жизни в плане финансов, да, финансово расти и построить свой собственный бизнес вместе с компанией. И в бизнесе точно так же существует концептуальный подход, тоже существует система. Если овладеть этой системой, об этом тоже сегодня будет идти речь, то действительно 100% можно достичь успеха. Остается только то, что мы говорили, да? Вставать, попу поднимать и действительно идти к своим целям. А здесь для этого создано абсолютно все. Следующий слайд. Если полностью подытожить преимущества бизнеса Coral Club, да, то нет потолка в доходах и географических границ. Я очень благодарна своим наставникам, Александру Подпорину, очень благодарна Оксане Стадни. Они нас учат, чтобы мы мыслили глобально, сразу масштабно, географически. Потому что, ну, вот я живу в небольшом городке, но я сегодня имею возможность строить серьезный международный бизнес и мыслить действительно без границ, континентами. И на сегодняшний момент действительно развивается уже международный бизнес. То есть вы можете находиться в небольшом городке, там даже в поселке каком-то, да? Но у вас может развиваться серьезный международный бизнес. Нет начальников и подчиненных, но есть возможность построить свою команду. Команду единомышленников, людей, которые объединяют одни цели и ценности. Нет рисков и капиталовложений. Для меня, когда я начинала, да, мне всегда хотелось свое личное дело. Но всегда, знаете, должна быть идея, должны быть какие-то ресурсы. У меня этого не было, поэтому для меня это, возможно, стало ключевой в жизни. Есть готовая бизнес-система под ключ, как бесплатная франшиза, по сути. Возможность выбора партнеров и команды, возможность построения бизнеса параллельно с основной деятельностью. У меня очень много в структуре мамочек, которые в декрете, но они уже не имеют цели выходить после этого декрета на работу, потому что уже у них есть свое дело, и оно развивается. Получение дохода круглосуточно. Когда у меня в Америке пользуются продуктом, ночью я встаю, я вижу это в своем личном кабинете в телефоне, что люди берут продукт и как увеличивается товарооборот. Многоразовая плата за единожды проделанную работу и возможность пассивного дохода. Вот что ключевое и очень важно. Далеко не в каждой сетевой компании это есть возможность. По сути, это прописано в маркетинг-плане, нужно просто уметь его читать. Там четкие условия. И конкретно расписано, видно,
Может ли человек в этой компании достичь пассивного дохода? Насколько это вообще возможно при тех условиях, которые прописаны в финансовом плане? У нас это абсолютно возможно. Многоразовая плата за единожды сделанную работу, да? Возможность получения самых востребованных профессий в мире. Об этом немножко сегодня сказали. То есть быть в тренде мы можем быть, потому что какие, давайте вместе, вот какие самые сейчас востребованные профессии? Топ-менеджер, да? То есть вообще менеджеры разного уровня, менеджеры. Кто еще? Блогеры популярны сегодня? Да. Мы в этой теме. Что еще? Здоровый образ жизни, люди, которые занимаются, бьюти-консультанты, да, вот консультанты по красоте, по здоровью. Вы сказали, как мощно эта тема вообще развивается, но люди, которые этим занимаются, они всегда в тренде. И через 3, 5 и 10 лет они еще больше будут в тренде. Все, кто придет в эту тему. Это иметь, по сути, высокооплачиваемое хобби. Потому что те, кто этим занимается, со временем они понимают, что это для них как хобби. Потому что эта тема приносит одновременно, в принципе, все составляющие. Она приносит удовольствие, моральное удовлетворение, финансовое удовлетворение. Она приносит, приводит друзей. Ты можешь общаться, ты можешь с партнерами, единомышленниками путешествовать. Твои партнеры стают единомышленниками и стают друзьями. Ты можешь путешествовать вместе, ты можешь отдыхать с ними вместе. Ты можешь действительно приглашать единомышленников, которые сходятся по целям и по ценностям. И создать свой собственный бренд, что очень важно. Саша сегодня вам сказала о том, что многие там мечтают стать каким-то главным, там, да, управляющим, там, главврачом. Я в свое время мечтала стать главным редактором. Я стала. Но моя жизнь абсолютно от этого не изменилась. Изменилось название в этих визитках, это первое. Ну и второе, ответственности стало больше. Все. На самом деле, чтобы достичь вот того, чего хочется по жизни, не важно быть главным, можно просто создать действительно свою команду единомышленников вместе идти к целям. Здесь это абсолютно возможно. И таким образом можно удовлетворить основные свои жизненные потребности и повысить качество жизни. Какие основные жизненные потребности? Они, в принципе, у каждого человека одинаковые. Здоровье. Здесь можно это абсолютно удовлетворить. Благодаря вот этому у меня на сегодняшний момент здоровые родители, у которых были очень серьезные вопросы по здоровью, на сегодняшний момент они, по сути, не соответствуют по уровню энергетики и здоровья своим вот сверстникам абсолютно, потому что это как молодые ребята, слава Богу, они сегодня совсем другие по энергии, по развитию, по тому, чем они занимаются по жизни в своем возрасте. И это благодаря Коралловому клубу. Сегодня благодаря этой концепции здоровья, этим продуктам, в моей семье рождаются здоровые детки. И это благодаря Коралловому клубу, потому что правильно был вовремя выбран инструмент для повышения качества жизни. Следующая ценность, которая еще важна в жизни. Здоровье. Саша Подкорин уже подсказывал. Деньги. Деньги. Пожалуйста, здесь созданы абсолютно все условия, чтобы любой человек поставил свои собственные цели и используя этот инструмент, достиг своих целей. И свободное время. Мы говорили о пассивном доходе. Тот человек, который действительно здесь поставит цель и использует этот инструмент на полную мощь, он действительно может получить оплаченное свободное время. Что еще здесь можно получить? Друзей, единомышленников, да, путешествовать раз, вместе, развиваться, отдыхать, петь караоке до утра. Полтава знает, о чем я говорю. Менять жизни людей. Вот что важно. То есть мы можем реально повлиять на жизнь человека. Мы можем менять огромное количество жизней и помогать другим людям осуществлять их цели. Где еще это возможно? Ну, реально, очень мало профессий это дает. Здесь это возможно. Что еще? В принципе, давайте теперь посмотрим ролик, как вообще живет поколение Next. Потому что Next — это вообще отдельный тренд. В этом вот тренде, в этом бренде Кораллового клуба Next — это отдельный бренд. Как живет поколение Next, как отдыхает поколение Next. Внимание на экран.